Всем привет! В этом видео я расскажу вам о том, как я зарабатываю на AliExpress, каким кэшбэк-сервисом я пользуюсь, а также в конце видео я покажу вам, как я вывожу деньги с партнерской программы AliExpress на свою банковскую карту. Итак, я пользуюсь официальной партнерской программой AliExpress. Это вам не какой-то вшивый Lady Shops. Для тех, кто не в курсе, все существующие кэшбэк-сервисы построены на языке данной партнерской программы. Здесь нет реферальной пирамиды, как в Lady Shops, поэтому вы будете получать полный кэшбэк, и вам не нужно будет делиться с тем, кто вас сюда пригласил. Это единственный официальный кэшбэк-сервис. Здесь нет посредников. Вы будете работать с AliExpress напрямую. Для тех, кто не знает, как работает кэшбэк, я объясню. Это что-то наподобие отката. Вы покупаете товар, и вам возвращают часть его стоимости. Также вы сможете рекламировать любой товар AliExpress и зарабатывать на этом деньги. Как вы могли заметить, у меня накопилось больше $1000, и пришло время перевести их на свой банковский счет. Я добавил свою банковскую карту и кликаю «Вывести деньги». Прошло 3 дня, и деньги поступили на мой банковский счет. С учетом комиссии сумма составила $1025. По нашему курсу это 424 тысячи тенге. Нехилый такой получился кэшбэк. А если ты тоже хочешь зарабатывать и экономить на покупках AliExpress, то переходи по ссылке в описании. Также ты можешь поставить видео на паузу и отсканировать QR-код через приложение AliExpress. Сейчас продемонстрирую, как это сделать. Открываем приложение AliExpress. В правом верхнем углу щелкаем на иконку камеры и сканируем QR-код. Тебе даже не придется регистрировать новый аккаунт, потому что это официальная партнерская программа. Она работает на аккаунтах AliExpress, которые у тебя уже есть. Как там говорится у AliExpress? Покупай умнее, живи веселее.